Казахстанская анимационная картина «Серый Ктес» победила на международном фестивале во французском городе Курсюль-сюр-Мер. Она заняла первое место в категории короткометражных фильмов. Сюжет мультленты повествует о двух напарниках детективов, которые ведут расследование по делу о похищении драгоценного ожерелья. Один из главных героев обладает уникальной способностью распознавать ароматы. Это помогает ему находить улики и с успехом решать запутанные загадки. Фильм привлекает внимание насыщенной анимацией и захватывающим сюжетом, говорит автор и режиссер Акижан Данияр. По его словам, идея создания анимационной картины о детективах зародилась у него еще во время обучения в университете, а вот реализовать ее удалось позднее. Работа над проектом заняла полгода.